Всех приветствую на прохождение пятой вроде части, да, нашего жерольчика. Если честно, уже не помню, какая. Так, что у нас в прошлой серии? Помните, в четвертой, если не ошибаюсь, у нас были проблемы с электричеством. Вот, пришлось немножечко добавить вот таких вот генераторов. Как раз они заправляются у нас одним деревом. Так, давайте забегаем. Нужно будет подоить козу, сделать сыр. Чтобы у нас было что понямать. И, наверное, заправить генератор, если получится. У нас вроде дерево было с собой. Да, есть, есть, хорошо. Вот таких вот трех штук у нас как раз хватает с вами на наш маленький бункер. Так, можем собрать... Ага, отлично. Так, что у нас по поводу семян? Одна штука есть, хорошо, давай посадим. Дай мне водичку. О, шикарно, давай полить. Здесь пока можно, думаю, выключить, мы пока здесь это не используем. Давай вот так водичку обратно. Что это? Семена пшеницы. Хотя давай, наверное, полностью сейчас досадим, чтобы у нас росло. Как раз для наших курочек и коз. Так. Хорошо, полить. Конечно, этого мало всего на такое количество, которое у нас есть. Но по-другому пока без никак. Жир нужно будет улучшать наш, это, как его, наш верстак до третьего уровня. И там уже смотреть, возможно, и будет теплица. Мы сможем с вами помидоры и апельсины выращивать. Но еще рановасенько. Так, побежали, сделаем с вами сейчас себе сыр. Где он? Ну, да, вот сыр сейчас сделаем. Шикарно. Давайте его сразу и понямаем. Что у нас в холодильнике еще осталось? Так, яичница есть. Отлично. Все. Давай, побежали. Положим еды. Да, я некоторых кур наших продавал. Так что они не все здесь у нас есть. Так. Ага, я не могу тебя соединить, да? Ну ладно, пусть будет тогда вот так, по 15, я не знаю. Так, что у нас тут укос? Укос у нас тоже, в принципе, хватает. Ну, это же хорошо, правильно понимаю. Так, давай, наверное, тебя пока мне сюда. На нашу еду, которая не поместилась. Да, вот так, запасы дерева есть. И спрячем водичку. Так, что в этой серии я хотел? В этой серии я хотел такие... построить ракетную шахту, ну, начать хотя бы изначально. А дальше уже будем с вами смотреть. Так, подбегаем. Что мне нужно? Мне нужно камень, металл, стекло. Это все у нас с вами есть. Вот у меня камень 50. Так, металл 20 нужно. Давайте разделим. О, 20 и стекло как раз 10 штучек. Все, шикарно. Ну что, начнем наше строительство. Во. Да, будет у нас слева здесь ракетная шахта. Только нужно будет немножко достроить. Угу, немножко достроить. Сейчас, секунду. Секунду, секунду. Построить, а я не могу. Хорошо, тогда здесь давай делаем вот так. Во. Начиная строительство. Все, как раз в этих помещениях мы что-то себе еще построим. Возможно, нашу маленькую комнатку сделаем себе. Ну, поставим себе кроватку, там стол. Может, какую-то печку, чтобы сверху мы тут не маячили. Все, с этим готово, да? Отлично, давайте пойдемте вздремнем. Пойдем взремнем и как раз посмотрим. Так, а у меня лампочки с собой нету. К сожалению, нету. Ну, чтобы сделать здесь освещение в этой комнате. Ну, возможно, я без записи сделаю там. Просто здесь у меня все как раз занято. Так, хорошо, хорошо, хорошо.
Так. Она спустись вниз. Так, продолжить, построить. Побежали. Да, я знаю, вы ничего не видите, но по-другому тут никак. Ну, вроде процесс идет. Это хорошо. Вроде идет процесс. Нам нужно поспать. Да-да-да, я знаю. Сейчас давай закончим. И потом уже ляжем, поспим, поедим, и как раз будет все хорошо. Все. Шикарно. Ага, письмо получили. Так, я не могу туда попасть. Хорошо. Нам, в принципе, не нужно. Давай спать ложимся. Ложимся в байники, а потом уже разберемся, как сюда попасть. Так, воскресенье. Надо будет в воскресенье сбегать еще на ферму по заданию. У меня справа есть задание. На экране нужно будет сбегать на ферму. Только когда именно? Возможно, ночью. Да плюс нужно на рыбалку сходить сейчас будет. Так, побежали, понямаем. Так, давай, наверное, так. Все, хорошо. Так, давай смотреть, что будут по поводу письма. Так, ты кто? Это книга о том, как забыть про все проблемы и выращивать растения. Ага, а ты? Будут расти быстрее. Взять. Так, получено улучшение для комнаты. Ага, вот оно где. Хорошо. Чтобы улучшить комнату, хочу улучшить комнату. Окей, с этим мы сейчас разберемся. У меня, по-моему, даже такое есть улучшение. Вот эта штука. Оно взять. Вроде это оно. Я думал, сначала его на стену надо клеить. Но, по-моему... Давай посмотрим. О! Улучшить. Да? Или нет? А, мне надо, нужно такие 4 штуки. Хорошо, а ну давай сюда. Только дай мне водичку. Давай польем наше растение и посмотрим. Так, и давай смотреть. Возможно, еще можно будет заказать. Да, 2 из 4. Хорошо, а я тебя покупал красную. Не помнишь где? Нужно будет сейчас посмотреть. Так. Это мы сюда. Сейчас наберем еще воды. И зайдем в этот, как его, к торговцу, посмотрим. Может, мы с вами реально сейчас это улучшим. Так, купить, купить, купить. Я не помню, где я покупал эти штуки. Если честно. Ага, вот они. Нам нужно... Во, 4 штучки. Давай закажем, посмотрим, что из этого получится. Давай пойдем вздремнем. Пройдет время, как раз и мы с вами заберем, посмотрим улучшением, что из этого получится. А дальше уже будем разбираться с ракетной шахтой. Так, отлично. Письмо к нам пришло. Взять все. Хорошо. Закрыть. И бегим вот сюда. Так. Улучшить. Ля, ребят, что нашел? Смотри. Ну не шикарно ли? Я думаю, шикарно. То есть можно заказать еще больше 4 штуки и сделать такой же самый курятник у нас, правильно? Во, смотри. Ага. А стены у нас... Или стены не меняются?
Угу. А ну если я уберу? А? Улучшить. Во. Как думаете, стены нам нужно будет менять? А я могу заказать у тебя еще 4 штучки? Не, сколько? 3 надо, да, по-моему? Раз, два, три. Все, шикарно. Хорошо, иди сюда. Иди сюда, отлично. Так, давайте, наверное, стены пока красить не будем. Пока мисс пусть так побудет. А дальше уже разберемся. Хорошо, хорошо. Так, а тебя делаем вот так. Делаем вот так. Все, остатки воды мы с вами прячем, если она у нас есть, конечно. Да, надо будет сбегать сейчас, положить еду вот сюда. Сделать сыр. Да-да-да. Из молока. Сразу сейчас понямаем. Все, закрывайся. Забрать, отлично. Угу. А вот это вот улучшение мне нравится. Так. Бум. Бум. Все. Шикарно. Травка растет. И по идее у нас получше они себя должны будут чувствовать, наши животные. Нужно будет еще для растений, да, такую штуку сделать. Так, читать. Ага, вот улучшение. Нужно будет почва, стекло, древесина. А сколько здесь надо будет? Оно тоже 4. А, 2 из 4 есть, 2 штучки нужно будет сделать. А давайте сделаем, а? Как вам такая идейка? Только где оно у нас находится? Где наше улучшение находится? Сейчас... А, вот ты где. Так, 2 штучки создать. Возможно, сейчас мы здесь улучшим себе. Так, вроде все, вроде книжку это можно будет прятать. Давай, да, аквариумных рыбок мы книжку эту уберем. Она нам пока здесь не нужна. И бегим к нашим растениям. Еще 2 штуки. Шикарно, шикарно, ля. Ну не красота ли? Все, больше улучшать мы не можем. Больше не можем. Нам, конечно, еще посвящение добавить бы сюда. По-хорошему. Так, хорошо. Хорошо. Так, водичка, водичка, водичка. Где наша водичка? Вот наша водичка. Давай польем сразу. Нужно будет еще воды понабирать себе побольше, чтобы хватало. Все, больше нету. Вроде нету. Давай тогда беги сюда. Заняться нормальным освещением, потому что это меня вообще не устраивает. Но перед тем, как делать нормальное освещение, сами понимаете, нужно будет заняться добычей электричества, потому что это просто ужас. Так, стричь. Давай стрижем, хорошо. Так, я не помню, где наша шерсть находится. Ткань сюда, да, отлично. Так, давай посмотрим. Ага, мы не посмотрим, нужно будет сейчас вздремнуть. Пойдемте вздремнем. Давайте взремнем и посмотрим, что нам нужно будет для улучшения конкретно нашего станка третьего. Ну, чтобы мы с вами понимали, что происходит.
Так, верстак, третьего уровня, металл нужно будет, сколько нам? Ага, еще 15 штучек. Так, а мне интересно, нам хватит заказать на завтра на утро себе металл нам? Так, денежек нам ли нам хватит, чтобы хватило 15 штук? Так, металл. Вроде да, вроде есть. Пошлите спать. А, я опять в воскресенье не зашел на ферму, ребят. Что ж вы мне не напомнили? Ладно. Нужно реально по заданию зайти на ферму в воскресенье. Я просто не знаю, бессрочное оно, либо нет. Нужно просто было выяснить, кто там украл у нас на ферме козу. Конечно, уже у нашего главного героя есть подозрение, кто это сделал. Перекусить бы, да. Давай перекусим. Съесть... Давай приготовим. Нет. Давай приготовим омлет. Ну, либо яичницу. Понямаем, сбегаем на ферму и продолжим. И продолжим. А что ты? Ты нямать хочешь, да? Съесть все. А ну сейчас. Шикарно, шикарно. Нужно вздремнуть чуть-чуть, буквально немножечко вздремнуть. Но в принципе немного плохо. Потихонечку развиваемся. Давай заберем это все перед тем, как идти накрыть. Побежали на ферму, посмотрим, что у нас там происходит. Если надо будет сейчас покормить кур, покормим кур. Так, привет. Так, давай это взять. Хорошо. Отлично. Так, отлично. Что у нас тут с яичками собрать? По поводу корма. 10-12, но у вас еще есть. А у вас по поводу корма тоже, в принципе, все еще есть. А, я не помню, есть ли у меня приманки. Заказывал ли я приманки? Не, приманок у меня нету. Нужно будет заказать приманки. И нужно будет собрать потом волчьи шкуры нам с вами. Зачем они нам нужны? Для зимней одежды. Потому что скоро зима. Нужно будет, давайте закажем приманку. Кто помнит, где приманка? Вот приманка. Три штучки, хорошо. Отлично, и теперь денежек у нас с вами совсем нету. Так, мы снимаем эту штуку. И давай подбежим, посмотрим. Ага, все, я могу, да, сюда попасть? А что нужно нам для ракеты? Металл, пластик, авиагоризонт. А что такое авиагоризонт? Я пока без понятия. Так. Хорошо. Давай попробуем разобрать. И улучшить верстак третий уровень. И плюс еще, да, нам фермер отдал свою собачку. Нужно будет сейчас ее где-то здесь расположить. Только единственная проблема этой собачки, то что она нямает крысиное мясо. А оно находится у нас только в полях. И то... Через раз выпадает с крыс, получается, мясо. Так что нужно будет потом не забывать бегать. Да, плюс еще починить эту сломанную камеру нужно. И узнать по поводу трекера. Где наша третья коза?
Ага, это у нас свет закончился. Хорошо, мы сейчас с вами сбегаем. Вроде дерево у нас есть, да? Хорошо. Возможно, нам бы хватило, конечно, и одного такого, но... Так, хорошо, доить. Пока мы с вами здесь. И стричь. Так, надеюсь, вы мне всю траву тут не съедите. Так, а что ты тут? Собрать хорошо. Отлично. Давай пока мы сажать ничего не будем. Где наши... Вот, еда есть, это есть. Хорошо, отлично. Побежали, вздремнем. Так, вроде этого должно хватить. Заберем письмо, заберем приманку. Сразу сбегаем на ферму, поставим ее, чтобы с утра у нас были... У нас будет, по-моему, лисьи хвосты с утра. И как раз этим... Волчьи шкуры, по идее. Так, быстрая установка. По-моему, на последний раз на капканах хватит. Но... Металла у нас пока мы с вами не так уж и много, чтобы мы могли тратиться. Блин, прикольно было бы, конечно, строить нашу ферму на улице. Ну, в бункере тоже как-то атмосферненько, да? В принципе. Так, давай спускайся вниз. Перед сном надо будет не забыть закрыть все, потому что завтра, по-моему, проверка будет. Так, хорошо. Разобрать. Отлично. И мы сможем с вами сейчас улучшить и верстак наш. Правильно? Правильно. Создаем. Так, нам нужно поспать. Да-да-да. Надеюсь, мой персонаж сейчас не потеряет сознание, пока мы улучшаемся. Все-все-все-все-все, накрываем, накрыть и спать. Все, шикарно, давайте отдыхать. Да, сегодня придет проверяющий. Он уйдет, мы попробуем разместить где-то нашего пёселя. Дать ему понямать мясо, и дальше будем заниматься нашими с вами делами. Ага, почтальон пропал, ну и в принципе без разницы. Давай вздремнем немножко, давай. Так, хорошо, у меня ж тут есть еда? Да, есть. Есть, шикарно. Пойдем сделаем сыр. И ждем проверяющего. Честно, я без понятия, во сколько он приходит. И придет ли он сегодня. Но, по идее, должен прийти. Так, что мне нужно? Мне нужно спуститься вот сюда. Ага, я не могу, потому что у меня тут... Так, побежали. Воду мы сюда ставим. Так, эту штуку мы забираем. Делаем вот так. Так. Доить. О, как раз еще будет сыр у нас. Отлично. И надо будет потом попродавать. Оставить себе две козы маленькие, а две большие продать. И плюс куры тоже. Ну, чтобы они у нас сильно тут много не ели продуктов. Сыр, конечно, хорошо и вкусно. Но бегать постоянно, искать им вот эту вот еду. Да, можно выращивать, конечно, но... Пока у нас не такие большие обороты с вами. Так, что здесь? У меня тут бочки стоят. Надо бочки будет куда-то перенести. Давайте, наверное, бочки мы с вами перенесем в другое место. Так, давай взять. Взять. И освободим место тут для других вещей. Спускайся. Так, давай, наверное, сюда. Раз. Сюда два.
И сюда три. Так, и давай смотреть по поводу улучшения, что у нас тут с вами появилось. Ну? Так. Верстак 4 уровня, это понятно. Койка. Ага, кровать. Нужно будет кровать. Кофемашинка. Холодильник появился. Шикарно. Сушилка. Так. Пригодится для сушки фруктов и овощей. То есть мы сможем с вами сушить, да? Хорошо. Лампа, переключатель. Вот это вот я хотел бы. Но у меня электроники нету. Я не знаю, где электронику добыть. У меня, по-моему, электроники нету. Угу. Можно было бы сюда переключатель поставить. Так, шкафчик, шкафчик, печка, люстра. Да, будет свет, а еще эту штуковину можно продать или разобрать. Ага, а вот и проверяющий. Быстрей, накрываем. Так, накрыть. И пошли. Давай, проверяй. Так, предлагаю это... Ой, на F-ку нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нужно вот это вот убрать с руки. Все. Не забывайте убирать предметы, опасные с рук. Все. Ускорим это сейчас мы с вами. Шикарно. Уровень подозрения 0. Потребление воды. В принципе, нормально. Так что, 5 звезд. Мы с вами молодцы. Мы с вами умнички, мы с вами справились. Так, ладно. Крыца кошка с дома, мыши в пляс. Так, давай, снимем. Снимем с тобой. И давай посмотрим, где мы с вами нашего пёселя разместим. Так, а давай посмотрим по поводу стен. Что, мы будем стены тут как-то другим изменять? Угу. Может, вот такое пусть будет? Типа, как будто они на пастбище гуляют. Ну, радуги, это, думаю, перебор будет. Во, либо таким. Мне, в принципе, и такой вариант нравится, и такой. Давайте, наверное, позелененькое будет. Не знаю, если вам не нравится, можете написать. Потом поменяем. Во, шикарно. Теперь давай посмотрим по поводу люстры. Насколько сильно она будет светить. Может, мы уберем вот эти вот лампочки, разберем их и наделаем таких люстр себе. Все, отлично, да? Ага, иди, мы будем проверять. Давай тут. Не, ну это другое дело, ребят. Что я могу сказать? Это реально другое дело. Так, а давай мы попробуем тебя повесить вот сюда. Шикарно, а тут мы тебя выключить. И тут выключить. Так, выключить. Хочу посмотреть, насколько это все эффективно будет. Угу. Нам все равно маловастенько, да, света, я смотрю. Все равно маловастенько света. Понял, понял, понял. Все, 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 не кричите. Включаем. Да-да-да, потому что у вас будет шок. Хорошо. Хорошо взять. Блин, ну значит, эту люстру повесим у себя в комнате, правильно? Вот тут вот. Во, все, я решил. Вот тут будет наша спальня, ребят, с вами. Да, вот тут будет наша спальня. Так что давай, побежали. Вот
тут будет наша спальня, а машине будет, может, ниже будет. И там будем уже с вами решать. Так, что по поводу пёселя? Где у нас будет жить пёсель наш? Ага, а где наш пёсель? Погоди, а где-то ж пёсель у нас тут был? Я что, его потерял? Или его выложил? Алло, хэштег. Хэштег верните пёселя. Прикиньте, собачку потерял. Хорошо. Ладно, надеюсь, он прибежит к нам, наш пёсель. Так, давай тогда поставим... Куда мы тебя поставим? С козочками, с курами? А если с курами? Будут ли они кипишевать у нас? Не, погоди, надо спать сначала. Давай поспим, а потом уже разберемся. А потом уже будем разбираться, где наш пёсель. Ну реально, где-то ж был же. Меня ж не глюкнуло. Надеюсь, его не разобрал нигде. И не потерял. Так, понямать это, конечно, хорошо. Давай, иди сюда. Давай сюда попробуем установить. Шикарно, миску с едой. Что это такое? Самое печальное, я теперь не знаю, где наш пёсель. Иди, лакомство. То есть, чтобы вы понимали, у меня... Перед тем, как я запускал запись, был пёсель. Хорошо, ну... А где ж твоя тогда миска? Ага. А вот и твоя миска. Ладно, пойдемте на ферму. Пойдемте на ферму, будем искать нашего пёселя. Будем искать пёселя. Пошлите. Только сначала понямаем, а потом будем искать. Я ж не мог его тут никуда ж положить, правильно? Вроде правильно. Так. Давай еще съедим. Еще съедим. Вернется ли он? Хорошо. Давай искать. Где искать? Давай искать его на ферме. Ну правильно, по-другому ж никак. Слышь, мистер дедуля, ты собачку мою не видел? Не видел ли ты мою собаку? Это, наверное, из-за того, что я его не кормил. Он избежал от меня. Так, хорошо. Давай пострижем. И поищем где-то его... Поле, я думаю...
Либо в поле, либо где-то у реки. Открыть. Так, быстрая установка. Хорошо, собрать. Быстрая установка. Ага, нечем, хорошо. Ладно, пошли искать с пёселем. Пошли искать пёселя. Так, надеюсь, мы его найдем в этой серии и установим. Этот кью отправим к себе в бункер, будем его кормить крысами, и будет все хорошо. Просто уже я назад не отмотаю никак. Мой персонаж уже спал, из-за этого вот, ну, получилось это кью автосохранение. О, вот это вот крыса, из него мясо, ничего не выпало. Вот про что я говорил, что в полях. В полях они бывают. О, видишь, ничего не выпало. И собрать я ничего не могу. Как бы не было крыса печальным. Так, пёсель, 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 отойди. Так, где наш пёсель? Так, я не могу теперь найти отсюда выход. Куда нам тут идти? Давай, наверное, сбегаем, посмотрим. Поищем его. Я даже не знаю, где его искать. На озере. Других мест я не знаю. Озеро, либо лес. Ладно, но в полях его здесь нету. Хорошо. Так, дед тоже, да, ничего не знаю. Так, поговорить. Понял, ты тоже ничего не знаешь, хорошо. Давай сбегаем на озеро. Ну, либо посмотрим потом в лесу. Так, вот озеро у нас. Мы здесь рыбку с вами ловили. Пёселя тоже нету. Блин, я хотел на запись его в бункер посадить. Ладно. Пошли в лес, посмотрим. Ну просто других мест я реально не знаю тут, я где он может быть, на каком из этих уровней. Ну он как на первом, так и на третьем может быть. Так, давай заодно возьмем дерево, не зря мы сюда пришли, правильно, и сбегаем, посмотрим по уровням, потом ляжем, пойдем поспим. Так, взять, хорошо. Угу, пёселя здесь нету. Ну и тоже, если мы сейчас с вами его найдем, то, по идее, еще нужно будет как-то приманить. Только чем его приманивать, у меня вообще ничего нету с собой. Ага, слишком тяжело, хорошо. Так, давай домой, давай домой. Сейчас ложимся в баньки. И на следующее утро попробуем сбегать на верхние уровни. Потому что это вообще не дело. Был пёсель и нету пёселя. Так, давай выложим дерево. Лишнее. Угу. Давай попробуем еще сбегать, посмотрим.
Хотя не, давай с утра это все делать. Давай делать это все с утра по-правильному, чтобы мы могли хоть что-то увидеть с вами. Как раз сейчас нужно будет захватить крысиное мясо, у нас в холодильничке есть. Так, по-моему, это у нас тут без почтальонов, да. Здесь у нас пару дней будет без почтальонов. Так. Хорошо, бегим нямать. Есть. Хорошо, хорошо. Берем мясо. Это мы прячем. Молоко тоже прячем. Отлично. Нужно постричь вас. Хорошо. Шикарно стричь. Ага, нормальные ножницы нужны. Понял. То есть... Эти ножницы у тебя ненормальные, да? У тебя их нету. Хорошо. У тебя нужны ножницы. Нужно создать металл. Хорошо. Давай создадим. Сейчас создадим ножницы. Добавим немножко древесины сюда. Пошли подстрижем. И, наверное, продадим сейчас... Козочку нашу. У нас как раз две штуки есть. Отлично. Так, взять. И взять. Все. Шикарно. Побежали, продадим. А продать мы не можем, потому что у нас почтальона нету, да? Ну да. Ну ладно, пусть в инвентаре будет у нас козочка. Я думаю, она никуда у нас с вами не денется. Побежали в лес. Сбегаем. Но единственный вариант, куда он мог убежать, это реально лес. Ну, мне так кажется. Так, давай смотреть, давай смотреть. Ага, тут нету. Блин, реально не хочется переигрывать игру ради одного песеля. Который без понятия куда делся. Ладно, давай тут посмотрим. Давай тут посмотрим. Бабуль, привет. Не видела ли ты нашего песеля? Привет, Лютик мой, как ты быстро вернулся? Тебе понравилась шахта? Грибочки при тебе? Не, грибочков при мне-то нету, бабусечка, сори. Возвращай поскорее. Хорошо, ты песеля моего не видел, да, так понимаю? Так, ребят, давайте, наверное, мы в следующей серии поищем с вами песеля. А в этой, на этом мы закончим. Так что все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.